15 марта ежегодно празднуется Всемирный день защиты прав потребителей. Мне бы хотелось жителей города Балаково и всех потребителей, кто пользуется всяческими услугами на территории города и района, проводим прием в рынке «Сфера» в 9-м микрорайоне в кабинете администрации с 14 до 17 часов. Мы даем консультации, разъяснения, пояснения, как написать претензию, какие сроки гарантии по качественному, некачественному товару. Поэтому, уважаемые жители города, приходите на эту консультацию, у кого есть какие вопросы. Еженедельно у нас проходит прием жителей, потребителей наших, приемных граждан с 9 до 11 по вопросам защиты прав потребителей. Пожалуйста, приходите на прием, звоните по телефону на нашу горячую линию 62 43 36.